сейчас проходятся сборы специалистов психологической службы на базе управления Оренбургской ракетной армии. Представлены представители всех соединений, входящих в состав нашей армии, расположенных на трех областях. Это Свердловская, это Кировская область и наша дивизия в городе Ясном расположенная. Сейчас происходит занятие по обмену опытом, по подготовке военнослужащих к действию в экстремальных ситуациях. Мы покажем своим психологам, специалистам психологической службы все те наработки, которые есть в управлении УФСИН нашего города Оренбурга. И, соответственно, будем все положительное забирать и применять, и внедрять у себя уже в ракетных войсках стратегического назначения. Мы занимаемся охраной, обороной особых объектов государственной важности. Это стратегические объекты. У нас также несут военнослужащие службу в караулах по охране этих объектов. И, соответственно, их необходимо психологически готовить к данным направлениям и к действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Именно этим и занимаются специалисты психологической службы. Например, для того, чтобы вот так вот ложиться перед 13-тонным бронетранспортером, нужна особая выучка, выдержка, а после и серьезная психологическая...